Десятая сессия КЗС проходит сегодня в здании Краевого парламента. В эти минуты депутаты уже приступили к обсуждению первых вопросов повестки. Надо отметить, всего их 26. Какие темы могут вызвать споры, готов рассказать Владимир Токмаков. Он выходит на прямую связь со студией. Владимир, вам слово. В повестке дня почти 30 вопросов. Среди них такие актуальные, как охрана окружающей среды, противодействие коррупции, а также депутаты внесут изменения в консолидированный бюджет Алтайского края. Как накануне сообщил министр финансов Владимир Притупов, доходы возрастут на 1,5 миллиарда рублей. Среди них почти 1 миллиард пойдет на повышение зарплат бюджетникам. Кроме того, деньги пойдут в дорожный фонд, а также на помощь муниципалитетам. Коллеги,